Всем доброго времени суток. В прошлом выпуске я показывал системный блок, который купил для перепродажи. В этом выпуске протестирую некоторые комплектующие и покажу, на что способна эта система в играх. Ну а обо всем по порядку, усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Для тех, кто не смотрел мой прошлый выпуск, коротко о комплектующих, а в конечной заставке будет и сам выпуск. Материнская плата Asus P5 GPLX, видеокарта GeForce GT220 на 512 МБ, оперативная память DDR Kingston 256 МБ, жесткий диск от VD на 160 ГБ, блок питания от Linkward на 300 Вт и процессор от Intel Pentium 4 3 ГГц, в одно ядро и в два потока, некий гиперпень своего времени. Думаю, зеленым цветом покрашенный мною корпус смотрится лучше, чем был изначально. А подсветка стала неким дополнением к покраске. Если вы согласны, ставим лайки. Если нет, жду комментариев. Теперь, наверное, многие вспомнят начало и середину 2000-х. Также и свои старые системники и те времена. Вот, в принципе, все и установилось, а теперь проверим комплектующие на работоспособность. Кстати, все писал на карту захвата, но после установки операционной системы монитор через DVI не захотел показывать изображение. Конечно, я пробовал удалять и переустанавливать драйвера на видеокарту, но как видите, ни к чему это не привело. Ну а теперь тесты в играх, но для начала хочу перенестись в 90-е, когда компьютеры не были актуальны. Но была приставка, назвали мы ее Dendy, и после установки эмулятора можно поиграть вот в такие игрушки. Thank you.
Ладно. Те, кто в теме, ставим лайк, а кто у меня впервые, подписываемся на канал, вам не сложно, а мне приятно. Ну и несколько игрушек для компьютера тоже можно поиграть, и посмотрим, как он ведет себя в интернете. В общем, вот такой ретро-системный блок сегодня был у меня на канале, а в будущих выпусках вас ждут уже более современные железа. Есть в описании ссылки на некоторые мои рекомендации, советую заглянуть туда, а в конечной заставке мои прошлые выпуски. А на этом мой этот выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения. Bounce, come on, 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 bounce, come